Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект «Хай-Тек» в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня взламываем айфоны и делаем уборку. Айфоны можно взломать с помощью мини-компьютера. Купертинцы неоднократно бахвалились высокой устойчивостью перед хакерскими взломами операционной системы iOS. Они даже рекламируют свои смартфоны как самые безопасные мобильные устройства в мире. Но ведь всем понятно, это просто реклама. Регулярно появляется информация о быстрых и эффективных взломах продукции Apple. Вот из последнего. На днях работник Google доказал возможность удаленного похищения информации с iPhone. Это сделал Ян Бир, эксперт по кибербезопасности Google Project Zero. Он обнаружил эксплойт, позволяющий совершить взлом, причем с помощью далеко не самого мощного оборудования. Эксперт применил микрокомпьютер Raspberry Pi 4B и два Wi-Fi адаптера. При взломе iPhone был использован фирменный протокол Apple Wireless Direct Link, применяемый для функции передачи данных AirPlay и AirDrop. Протокол AWDL активирован по умолчанию во всех устройствах Apple от смартфонов до Apple TV. Это повышает степень уязвимости. Бир нашел способ удаленно включить AWDL в устройство, где протокол был отключен. Также установлено, что хакер сможет взломать iPhone на расстоянии свыше 100 метров, а далее он может получить доступ к огромному массиву личной конфиденциальной информации от электронной почты и фото до паролей и криптографических ключей. Следует добавить, данная дыра в безопасности айфонов все же ликвидирована после выхода обновления iOS 13.5, но пользователи, не обновившие гаджеты, все еще в зоне риска. Европейцам нужен космический мусор. Космическое агентство Старого Света подписало контракт на 86 миллионов евро со швейцарским стартапом. Цель – доставить на Землю большой фрагмент обломка ракеты с орбиты. Космический корабль, который построит компания Clear Space SA с помощью робощупальца, должен ухватить часть использованной ракеты, а затем отправить ее на Землю. Эксперты давно предупреждают, что сотни тысяч обломков космического мусора, вращающихся вокруг нашей планеты, представляют угрозу для работающих спутников и даже Международной космической станции. Мусор, накопленный за десятилетия использования космоса, делает околоземное пространство довольно опасным местом. Есть угроза и для взлетающих ракет, и для спутников, которые обеспечивают землянам возможность навигации, связи или точных прогнозов погоды. У нас есть более миллиона деталей размером 1 сантиметр или около того, которые летают вокруг Земли. Это серьезная проблема. И поскольку космос теперь является инфраструктурой, мы должны поддерживать нашу инфраструктуру в чистоте. Эксперты предупреждают, что проблема может усугубиться, поскольку частные компании, такие как SpaceX, Google и OneWeb, в ближайшие годы отправят в космос множество новых спутников. Худший сценарий развития событий – это постоянно растущее количество столкновений, приводящее к так называемому синдрому Кеслера, который может сделать околоземное пространство полностью непригодным для работы и ведения научной деятельности, причем навсегда. Есть люди, такие как Илон Маск, которые хотят запустить тысячи спутников, так что вполне может случиться так, что в мгновение ока количество спутников на орбитах увеличится, и нам нужно найти пути и средства, чтобы справиться с этой проблемой. Европейское космическое агентство заявляет, что сделка со швейцарским стартапом Clear Space SA приведет к первой активной миссии по удалению мусора с орбиты в 2025 году. Изготовленный на заказ космический корабль удалит с орбиты так называемый адаптер полезной нагрузки Веспа, который использовался для удержания, а затем высвобождения спутника в 2013 году. Он весит около 112 килограммов. Соучредитель Clear Space SA Мюриел Ричард Нока говорит, что они выбрали метод захвата объекта с помощью робощупальца, и в компании считают этот способ самым безопасным. На орбите уже сейчас более 5000 нефункционирующих объектов, которые по сути являются, если хотите, нашими клиентами, нуждающимися в каком-либо обслуживании. Их становится все больше. Наша задача — снизить стоимость работ по удалению мусора с орбиты и сделать эту услугу доступнее.